Ребята, я уже не успела, к сожалению, на этот Лихтерцуг, но хоть немножечко сниму новогодний Нюрнберг. Интересные витрины, ух ты, какие классные. Деда Морозы тут. €99. Очень много сегодня здесь народу, конечно же, но детей уже я почему-то с этими латернами не вижу. Здесь только взрослые. Но я немножечко все равно вам покажу народу. Ого-го! Сколько народу! Обалдеть! Вау. Пройдемся со мной немножечко. Да, вот там сверху, я сейчас вам покажу. Там этот Кристкинд всегда стоит, девочка, да, такая в белых ангельских одеждах, получается золотым волосом. И говорит ко всему народу. Сегодня она тоже должна была быть на этом детском мероприятии, но я не успела. Цель-а-ви. Ну что, давайте. Все, он показывает на старт. Внимание, марш. Киоск с такими игрушками, вроде бы они получили такую какую-то статуэтку. Entschuldigung, meine Frage. Haben Sie nicht gewonnen bei diesem Marktwettbewerb? Ja? Habe ich gerade nämlich im Internet geschaut. Super, ja. Gratuliere. Toll. Вот такой вот классный, такие фигурки суперские. Да, она сейчас выиграла в этом году. У нее самый лучший, получается, штант этот, да, народно-немецком. Вот такие фигурки классненькие. И все, я так думаю, что это, наверное, ручная работа. Супер. Ну, идемте дальше. Что здесь только нету. Здесь вот, например, тоже ручная работа, из дерева идут фигурки и соломы. Все тоже для елочек. Ангелочки там, смотрите, классные. С перышками такими красивыми. Вот куколки летают. Такая вот штучка 9,90 стоит. С нюрнбергской надписью.
Так, ну здесь, конечно, сладенько. Я сейчас это покупать не буду. Идем дальше. Здесь разные такие игрушки для развития логики, я так понимаю. Все так непонятно. Но у меня логика не работает. Но всякие разнообразные. Люди покупают. Вот тоже французы слышно около меня. Вау, а тут что такое красивое? О, из хрусталя, наверное, да? Какие красивые фигурки, прям светят. Вот это супер, олени такие красивые. 110 евро. Красиво как, а? Хочется прям все купить. И избушка такая классная. Шин. Красота. А, вот тоже похожие фигурки. Может быть, это даже ее муж продает. Наверное, это тоже они все сами делали. Стоит там. Ну, наверное, да. Я думаю, это семейная пара, наверное. Ой, и тут мы подошли с вами к игрушкам. Вот это да. Какие игрушки. По 10-12 евро, смотрю. Красивые. Здесь, наверное, каждый может найти для себя какую-то красивую игрушку. Ой, какая прикольная. Фигурка классная. Смешная. Но интересная. Интересная. Вот. Сейчас посмотрим там на елочку вот сверху, которая одевается. Я забыла, как это называется. Но... Наша, например, которая у нас дома, она почему-то на нашу елку не налазит. А вот эти красивые. 11 евро. Сейчас я там одно увидела. Я сейчас дождусь, пока она провернется. И посмотрю, сколько она стоит. Где она? Я что-то ее потеряла. Эй. Ну ладно, что-то я ее потеряла, не знаю. А, вот она. Сколько же она стоит? Не стоит. Ну, они все где-то так, в пределах. От 10 до 20 евро. Вот это вот 21. Синяя даже 21 евро стоила. Вот эти вот с колокольчиком. Сколько разных игрушек. Ой. А вот Белоснежка и 7 гномов висят. Красиво. Вот такие мне тоже нравятся, на полу. Как бы изогнутые внутрь фигурки. Ух ты, вот это классно. 37,50. Чудесно. Сейчас я посмотрю, здесь еще игрушечки, которые клипами так одеваются. Вот такие вот. Так, они тоже у нас 11,50, 10,50. Ну, я бы могла тут пару сотен, наверное, оставить на елочку такую красивую. Супер. Как называется? А, не из Нюрнберга, да. Christbaum Schmuck. Карл Хайнс и Ангелика Швайцер. Ну, они нюрнбергские. Видимо, у них, может, даже магазинчик есть. Вот снова поделочки какие-то. Красота. Ладно, пойду я туда дальше. Здесь столько их много. Если я вижу, вот они пронумерованы. И там где-то 89 стоит номер. Это ж сколько здесь можно обходить. Я вам все, наверное, показать не смогу. Поэтому постараюсь так несколько покажу.
Вау, вот тоже. Ух ты. Как звенят, а? Классно. Ветерочек подул немножко, они так зазвенели, супер красивые, как сверкает, а все прям новогоднее. Это тоже все для елок, красивые игрушечки. Вот такие маленькие здесь тоже висят, все можно покупать, каждую штучку они потом снимают, это супер. Вау, как много народу сегодня здесь. И это четверг. Завтра рабочий день. И сегодня, вау, куча народу просто. А вот они, детки. Я их еще застала. Вот у них горит, получается, латерна вот эта. Как фонарик, да, наверное, на русском. Вот еще кучка деток. А должно было быть их так много-много, что когда они все вместе идут, вся дорога светится, получается. Но сейчас я еще немножечко вот туда, наверное, пройду и покажу вам что-то. Тоже там что-то светится. О, свечки какие-то красивые. Так, что здесь у нас за свечки интересные? Разрисованные красиво свечки. А вот фигурные такие тоже красивые. Орхидеи. Это из воска. Ну ладно, мне сейчас свечки пока не нужны. Так, я не знаю, пойти мне туда? Нет, наверное, я туда не пойду, я уже вернусь и там еще немножко пройдусь. Люди, спасите, помогите. Я здесь прохожу и просто буквально от каждого, наверное, человека из со всех сторон пахнет этим глинтвейном. Ужас. Но они тут, понятно, все это пьют. Ой, какие красивые. Золотые дельфинчики. А, оно еще и музыку играет. Класс. Ну, что-то такое. Это какой-то Тиффани. Ангелочек. Красивые лампочки. Красота. Пропустите меня. Это тоже разные игры для развития логики. Интересно. Детки вот играют как раз. Супер. Смешные такие штучки здесь. Что это такое? Такие у них мордочки прикольные. Это ангел-хранитель. Такие они все разные, но такие смешные. Здесь вот даже маленькие есть. На каких-то гномиков похоже. Прикольные. О, сигареты в зубах. Ой, смешные. А вот много щелкунчиков. Больших там. Да, ну что-то я уже начинаю немножко мерзнуть. Такая у нас погодка сейчас. Влажная и немножечко капает дождик, конечно. Вот вертятся классные такие штучки. Сейчас я это подойду туда. Посмотрим. Как они переливаются, так интересно. Все они прям крутятся, вертятся, закручиваются. Супер. О, вот такое у меня раньше когда-то было. Это песочек так сыпется. И когда он весь высыпется вниз, можно его перевернуть, получается. И он снова будет сыпаться. Классно. Вот разные всякие такие большие есть картинки. Супер. Это где вообще? Так вот подается. Это тоже Kunstgewerbe. Metallhandwerk. В общем, Нюрнберге, Мюллер.
Прикольненько. Дальше. Здесь снова все стоят, пьют. Везде стоят, пьют, на каждом углу. Я уже сейчас, наверное, пойду. Сколько народу. Какие шары красивые, большие. Снимаю сейчас через пленку. Надеюсь, все равно видно будет хорошо фигурки. Просто их изнутри как бы не видно, а тут они вот стоят красивые. 79,90. Один такой шар. Так, что у нас здесь? Тоже фигурки какие-то. Дед Мороза 89,50. Говорю, чтобы вы примерно так знали цены, что здесь сколько стоит. Ой, какие красивые. Суперские такие шары. Ну, колокольчик. Сколько ж такой стоит колокольчик? Так, серебряный я вижу. А, вот такой 19,50 серебряный. Ну, думаю, белый тоже примерно в этой цене. Вот большие. Большие по 37,50. Ну и дальше пошло-поехало. Разные-разные. Вот здесь. Супер. Шин. Морковка. Ну, а тут вот красивый такой рог. Из него можно пить 500 миллилитров, 400 миллилитров, разные, видимо. И вот сразу напиток можно прикупить к нему. Мед называется, или мед. 10 евро бутылочка. Подешевле есть. Здесь вот, смотрите, все фигурки вот эти из марципана получаются, да, красивые такие, цветные. Фрукты, овощи, все из марципана получается. Ну, можно это кушать, да, конечно. И вот мы пришли к картошке. Супер. Такие вот фигурочки даже запакованы. Очень красивая свинушка такая. 4,50. У меня тоже были несколько таких разных фигурочек дома. Я их потом съела. Классно. Окей, данка. Так, идем дальше. О, а вот это шпиль-урен. Как же ж они на русском называются? Это, в общем, такие карусельки. Они крутятся и играют музыку, да? Я не знаю, как это на русском, извините. Но это все музыкальное здесь. Посмотрите, эта шкатулочка стоит 579 евро. Тоже я всегда мечтала о такой вот шкатулке для украшений, которую открываешь, и там музыка играет. Супер. Ну, когда-нибудь будет. Мечты же сбываются, правильно? Вот что-то такого рода, вот так вот берешь ее, открываешь, и она потом играет тебе мелодию. Красивые какие. Все карусели разные какие-то. Красиво. Ну все, вот больше 100 евро. 100, 189 евро. Красота. Маленькие мебельные такие вещички. Ой, какие малюсенькие они такие, пару сантиметриков. Классные. Вау. Вот, смотрите, вот так вот можно это все сделать, и будет вот такой домик красивый. Прям как будто живой, да? Вся квартира. Красота. И люди покупают, да, вот женщина как раз выбирает себе всякие штучки. По-разному стоят. Вот сервизик можно купить. Чайный сервиз. Где-то около 20-25 евро. Просто можно смотреть и смотреть, наверное. Очень красиво. Сейчас посмотрю, где это. Что это такое вообще? Купенштубен миниатюра. Интересные изделия из дерева.
Так вот вытаскивается. Ты можешь что-то положить. Интересно, как их выпиливают так, а? Надо же, и вот тут тоже такие всякие штучки, и все из натурального дерева. Классно. Качественные, наверное, дощечки. Ребятки, напоследок вот такую красоту вам покажу. Из стекла, снежинки всякие разные, ангелочки там. А я немножко подзамерзла, конечно, у меня уже руки все не держат камеру, поэтому желаю я вам всем хорошего-хорошего настроения. И пусть в Рождество у вас исполнится что-то волшебное. А мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока.